тетя Нюся. Кая сидит на горе. Угу. Пойдем с тобой на автобус и поедем куда с тобой? В колонию! Да, здорово. Ну что, пошли? Да, не пикник! Вот уже едет наш автобус. Сейчас будем заходить. Как тебе собак? Давай, доставай, что у тебя есть. У меня есть с собой хуем. Сегодня я еду на автобус. С рюкзачком. С рюкзачком. А тут написано, что нельзя пить. Если я устану тут бегать, хочу пить, скажу. Чемоданчик, да? Да. И там куча. Угу. Еще что? Девочка. Как ее зовут? Так, как Балди. Зовут? Балди. Угу. Из девочек. Еще показывай, давай. Кто там у тебя? У меня есть такие, только несколько тормози, автобус. Они еще не чуть. Я не буду летать. Алиса решила посмотреть, походить по автобусу, пока автобус стоит. Ну, пройдись, пройдись, не бойся. Такие креслечки. Креслечки, да. А ты где? Ты есть? Оп. Все? Поехали дальше. Мы скоро будем ехать. Скоро поедем, да. А мы не будем стоять. Нет, стоять нельзя. Нам не разрешат стоять. А то можно упасть. А что делать? Стоять? Вовсе и тетка. Угу. Все, давай, садись. Купи. Коробки, да?